Че, в третью пойдем? Ну пошлите в третью, подождите, там эмблемка. Здравствуй. Ну погнали в третью. О, она выглядит так же, как первая. О, эти чертилы. Приехали. До свидания. Так, давай, до свидания. Все отлично. Ядрышко возьми. И в другого кинь, красавчик. До свидания. Так, вон еще один. Давайте в него тоже ядрышко кинем. Блин, мы не докинули, ну ладно. Ай! Ты как ко мне за секунду переместился? Читер. Не рычи мне тут. Я тебя порычу. Да заколебал. Все, до свидания. Так, ребята, вы придете ко мне, нет? Так, что там по паутине судьбы? Давайте посмотрим. Угу. Видите, попадите его в трех рогах летающими роботами. А, нужно этих роботов летающих было брать и кидать. Понятно. Кинете 5 стеклянных заграждений в лаборатории Алхимакс. Я не понял, что это значит, что это сделать, значит, надо. Выйти в 5 врагов одиночной атакой рывком. Понятно. Это вот это. Это вот это вот. Это. Подождите. Это вот это вот, наверное. Да, скорее всего. Так, ну погнали. Эмблемка. Еще одна вон там. Эй! О, паучок, привет. А мне закрыли путь отсюда, но я вижу, там вон эмблемку, надо будет ее забрать. И он еще эмблемка, надо будет забрать их всех. Погнали тогда внутрь. Ой, тут производство этих чуваков, видать, да? О, привет. Может, чтобы их было побольше? Все, отлично. Ой, у меня уже 113 этих чего... 113 тысяч паучков. Пять ударов подряд надо сделать. До свидания. Так, теперь давайте в прокачку пойдем. Пропачку. А теперь пошлите в прокачку. Где она? А вот это вот. Что у нас здесь полезного? Режим ярости. Современный. Так, призовые костюмы. Это понятно. Плюс один к здоровью. Погнали. Еще. К восстановлению здоровья. Сюда. Ускоренное восприятие. Поехали. А вот это тоже купим. Потому что у нас следующая серия будет с этим паучком. У меня тут еще плюс один к здоровью. Еще плюс один к здоровью. Поехали. У меня уже... Так, накопление ярости к ускоренному восприятию. Давайте еще к ускоренному восприятию купим. Все, у меня... Я теперь неубиваемый. Я говорю, у меня просто уже... У меня уже хелс на весь экран верхний. Отлично, мне это не может не радовать. Вау, что-то сложно выглядит. Так, там женщина-ученый. Там тоже женщина-ученый. Там тоже женщина-ученый. Понятно. Нужно в 5 врагов попасть... О, привет, ребят. Мне нужно вас пятерых убить. Так, или не вас. Подождите. Так. А дроны тут летают? Можно их схватить? Попасть во врага? Отлично. Дроны. Можно еще вас... Благодарю. И еще одного можно? Отлично. Так, уже их пристрелял немножечко. Можно их и добить. Че, 20-50? Так, меня эти штуки решили целиться, да? Где они?
Здорово. Так, вас мы быстренько поубиваем. Да уйди! Она стоит на этой хрени, я не понимаю, как ее сбить. А еще у меня опять микрофон близко к этому, к рту. Так, эти штуки... Там как-то эти штуки надо было что-то сделать с ними, я не помню. Ой, тут два задания на босса, это мы потом почитаем, чтобы все не спойлерить. 5 реактивных мотоциклов с помощью мощного удара паутины. Это разве не реактивный мотоцикл? Лови. Так, свали. Свали от меня. Свалил. Только недалеко. До свидания. Все, я сбросил его. Все? Мне никто не мешает больше. Здрасте. Я Человек-паук. Поможете мне? А, вот это вот надо разрушать. Куда тебя нести? А, в самую даль. Ой, это стекло. Ой, я еще и падаю. Вместе с женщиной на руках. Так он не хочет тут лететь. Как вылезти отсюда? Я застрял. А, во, я за стекло просто залетел. Так, а можете бросить как-нибудь, нет? Похоже, нет. Ладно, просто я боюсь, что ее сейчас начнут там убивать, пока я летаю за остальными. Веселье. Простите. Понятно, Азерс. За кем пойдем? За лево или за право? Пойдемте налево. Лови. Так, можно Кэпа выкинуть просто, пожалуйста. Отлично. Я избавился от Кэпа, это хорошо. У меня больше неприятностей доставлять не будет. Так, ты тоже полети, пожалуйста. Так, мы продолжаем. Я просто немножко это... отвлекся. Технические шоколадки были, но... этого мы чувака добиваем. И чё, больше никто не пойдет даже? Как это скучно. Поехали. Там эмблемка, подожди. Спасение мира подождет, у меня эмблемки. У коллектиблс. Так, открой мне дверь, и я заберу коллектиблс. Открывай. Открывай! Отлично. А, тут один большак, да? И все? Здрасте. А, ну еще, конечно же, пришли. Давайте его ракеты же в него. Это будет полезно. Здрасте. Нет, с большаком надо разбираться, когда вот этих нет, потому что они мешают жестко, иначе. Зато он тоже их раскидывает, и хорошо. Так, до свидания. Ай, тихо. Ты еще жив? Не успел я, ну потому что я делал атаку. Да они таких крепышей находят, а? До свидания. Все, до свидания, давай. Почему этот спайдик становится белым иногда? Я не понимаю этого. Так, давай мы тебя выпустим. Ну, нужно будет еще 2 таких барьера сломать, я думаю, я смогу. Так, надеюсь, их защищать не надо. А там ребятки.
О, там скорпион, смотрите. Там скорпион крутится. Ну точно она его создала. И ей надо отомстить как минимум за скорпиона. А что, вы так и будете в меня стрелять? На, на, хорошенько. До свидания. Так, ну по крайней мере тут защищать никого не надо, это уже плюс. Можно просто спокойно биться. Так, погнали. Погнали в него запустим. Они не долетели за мной, ну ладно. Что, два большика? Два большика, да. Побликай! Как там было? I've been walking through the streets, where all your money is earning, where all your buildings crying and all... О, Спайдик. Спайдик. Паучок. Where all your buildings crying and clothes, neckties working, что там? Mirror filtering information for the public eye. Что там? Design for profiteering, your neighbor, what a guy. Boom! 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 Every time you drop the bomb, you kill the... Так, вы остались вдвоем, да, ребятки? Я пока за эмблемкой полечу. Еще 14 эмблемок нужно. Где их взять, непонятно. О, давайте, погнали. Я вас, ваши же ракетки сейчас запущу. Давай, поехали. Ой, как хорошо, в двоих сразу попал. Так, до свидания. Я сказал, до свидания. Кстати, вы, наверное, могли заметить, что там уже можно было нажать захват, но я почему-то зачем-то убиваю всех чуваков. Ну, потому что так же интереснее, банально. То есть, это же не просто... Мы же пробегаем игру не с целью, чтобы пробежать игру, а с целью очистить мир от зла. А как мы очистим мир от зла целиком, если тут еще останутся злые чуваки? Неправильно. Ай. Да ты, я попал, ладно. Ну все, давай, давай уже. Давай, до свидания. Все, давай, поехали. Отлично. Так, все, теперь уже можно со спокойной и чистой душой ломать реактор. О, еще ребятки пришли, привет. Или вот это вот полицейский мотоцикл. Ну-ка, сейчас мы узнаем. Don't move back. Это вообще-то унизительно и оскорбительно. Наверное, вот это мотоцикл. Давай, поехали, попробуем. Нет, это не мотоцикл, а что это такое тогда? Так, все, мне здесь, в принципе, ничего больше не надо. Тихо, нет, Спайдик! Так что этих можно, в принципе, и облететь. Хотя они будут за мной лететь, поэтому надо, пожалуй, их устранить. Где еще? Сверху где-то. Там эмблемка, что? Она за стенкой. Полезли за ней. Так, где? Где эта штука, которая меня стреляет? Я ее не вижу. Я слышу, как что-то в меня стреляет, но я не вижу, что. О, золотая, здравствуй. Ой, тут еще барьер. И тут паучок с золотой штукой, прикольно. Хочу. Здравствуйте. А может, здесь все барьеры есть? Ну-ка, давайте посмотрим. Я не вижу больше. А, вон она, внизу. А, так... Я за ней не смогу. Я знаю, что мне нужно уже выйти, и мне можно выйти, но я хочу найти еще барьер. По-моему, его тут нету. Так, тут я был. И там я был. Где я не был? Да я, по-моему, везде был. Ладно, посмотрим, может барьер еще будет потом. Но факт в том, что еще один барьер я не нашел.
О, тут еще эмблемка сюда. Может, тут сверху эмблемки? Я не вижу. Погнали. О, вон там сверху эмблемка, да, есть. Отлично. Так, все, погнали отсюда. Мы тоже прилично задержались. Этот производственный ад. Опять? Серьезно? Предупреждаю тебя, Человек-паук. Сдавайся сейчас. Я терпеливая женщина, Человек-паук. Но мое терпение подходит к концу. Давай быстрее. Че, Science или Silence? Science has failed our world. Science has failed our murderer. А что, мне дверь открывать будут, нет? Сейчас опять как зеленым гоблином будет или что? Что мне сделать-то надо? Меня закрыли опять. Опять эти приколы с закрыванием. Меня закрыли, мне открывают дверь. Опять. Весело. Что скажу. Давайте перезапустим эту контрольную точку. Так, я здесь. Отлично. Двери. Откроет мне кто-нибудь? Похоже, нет. Может, это я тупой, не понимаю, что надо сделать? Меня опять просто закрыли и открывают мне дверь. Давайте перезайдем в уровень. Так, ребят, я перезашел в уровень, и мне, похоже, с самого начала придется этих чуваков убивать. Давайте посмотрим. Потому что меня опять закрыли и не собираются мне открывать двери. Ну, это фигня какая-то. Меня это бесит. Давай, до свидания. Что там по паутине судьбы? Давайте посмотрим. Доктор Осьминог, 35 эмблем паука. У меня их 19! Мне заново эмблемы собирать. А, пять за раз, а как? А как мне это сделать? Они все далеко друг от друга стоят. Надо как-то их собрать вместе. Я не могу развернуть угол камеры. Вы видели, как я сейчас тут выделываюсь? Так, давайте. Как больно это. Так, это три. А все, они его добили. А, не добили. Ну, они не хотят подходить друг к другу вообще. Опять три. Ну а все. Ладно, потом. Я думаю, еще враги будут. Это надо опять же, наверное, делать с этими. С микроботами вот этими вот. Бесишь. Хорошо, что урон не проходит, когда я... Your sacred silence, losing all violence. Ох, я успел его огреть. Ну давай, добивайся уже. Давай. Ай, ладно. Да ты, блин. Сколько они ему жизни, блин, положили? Woo!
Так, активируем реактор еще раз. Это вообще не прикольный прикол, на самом деле. Мне не нравится, не смешно. Так. Я не успел. Да им и не дают. Так проще просто. Все, до свидания. Так, опять вы. Я вас помню. Раз, два, три, четыре. Где еще? Нету. Так, погнали за стекло забирать эмблемку. Ай, больно. Да, эй, больно. Куда эмблемку? Здравствуй. Так, вот тут вот две эмблемки и этот щит, который надо разбить. А, забавно, паучка тут нету. Так, вон там эмблемку вижу. Здравствуй. Так, вот тут вроде подняться можно было наверх как-то. Это как-то вроде в прошлый раз и сделал. А там внутри, подождите, там еще внутри эмблемка. Я заметил. Реально внутри эмблемка. Ой, сложно. Тут еще небось где-то паучок. Но, наверное, не буду его рисковать. Так, я думаю, можно... А он не хочет падать, нужно обратно пролезть. Ну вот хорошо, видите, как получилось. Так, а там эмблемка. Она на самом верху, вон там. Давайте за ней. Все, теперь, я думаю, можно отсюда валить. И я очень надеюсь, что она мне сейчас дверь откроет все-таки. Give up now before I'm forced to destroy you. I'm a patient woman, Spider-Man, but my patience is at an end. Ooh, I'm really getting under your skin. I keep this up, you're gonna have a meltdown, aren't you? I won't. You will. Silence! And some for you. О, открыла, неужели? Спасибо. Что за приколы? Они на последних уровнях решили экономить или что? У них злодеи двери не открывают. Что за приколы? Конец второй части саги о докторе Осьминоге. Ждите третью.